Что же он со мной делает? На тебе. Встал наконец-то на ноги. Теперь получай, получай от меня. Ребята, мы победили рысь. Без шансов на победу. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Юра, вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы будем продолжать играть в игру... Shadow Fight 2, бой с тенью. Так, мы уже дошли в прошлом бою до рыси, но победить мы ее не сможем, потому что... Один удар ее, и наши жизни, короче, все кончаются. Так что давайте мы пока будем тренироваться и дальше на турнире, для того, чтобы купить больше всяких примочек разных, научиться драться нормально, а потом уже будем ее уничтожать, эту рысь. Так, ну что ж, проходим дальше игру. Так, Бархат, что, дать тебе? Дать тебе, а? По морде? Ох, ты ж такая! На тебе... Палками, на, а вот ногой вот не ожидала. Оба. Хоп, на, по спине тебе палкой. Хоп, хоп. Оба. Ах, ты ж такая. Тихо, 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 на. Ах ты ж. На, вот так вот тебе. Получай. Вот так вот. Все, приложили мы ее на землю. Отлично. Следующий бой. Пошел. Бой. На тебе сразу. Опа, а вот так. Эй-эй-эй, мимо, мимо, куда ж ты? Тихонько, тихонько поломаешь мне шею. Давай, 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 давай. Хоба. Хоп, 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 хоп. Ай-яй-яй-яй. Ты что, как так-то? На. А вот так вот. Все, получай. Все, ребята, отличненько. Мы ее победили. Двигаемся дальше. Так, двигаемся дальше. Это у нас означает, что мы уже дошли так далеко. Так, дорогие друзья, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Ну что, в бой. 18-й бой. Так, тень против железного, ребята. Я против железного. А ну, железный, сейчас покажу тебя. У него когти, ребят. А на тебе вот так вот. Мне твои когти вообще. Хоба, вот так вот, на. А и так вот, на. Что ты стал, давай бей. Опа, опа, хоп-опа. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Вот так вот, все, отлично. Дали ему по щам, нормально. Теперь он... Лег отдыхать немножко. Так, ну что ж. Пошел, 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 пошел. Ох ты, что-то, что ж ты делаешь-то, а, ребят? Что он делает-то, а? Серьезно? Как такое вообще возможно-то, а? На тебе, на, 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 на. У меня палки, я тебе ноги все поперебиваю. Сейчас сразу же и кровь будет лететь в разные стороны. Ох ты ж такой. Да, ребята, мы его уложили на лопатки. Отлично, you win. Мы выиграли. Так, двигаемся дальше. Окей. Поехали дальше, ребята. Неплохо, ты получил новый уровень. Отлично, у меня есть новый уровень. Боже, ну это в профиле. И стадия 19. Так что давайте... Перейдем. А, у нас энергия заканчивается. Давайте восполним энергию и опять пойдем в бой. Ну что ж, скоро будем навощивать нашего изверг. Ребят, мы после... Посмотрите, какой изверг. Вау-вау-вау. Ты что, откуда ты взялся здесь, изверг, а? Я не понял, а? Я дойду этот турнир, и я дам рыси по рогам, чтобы она знала, что нельзя обижать... Никого, и мы таким образом мы должны победить рысь обязательно. На тебе сразу же. Вот, ребята, отлично, мы ему сразу, смотрите, надавали пендалей, и он сразу же упал. Так,
Поехали дальше. Дальше, 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 дальше. Так вот. Оп, тихонько. Хоба. Ух ты! Ты что-то делаешь, а? Опа. Опа, хопа, 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 хопа. Тихонько, тихонько, ребята, мечами. На тебе, у меня палки есть, зачем мне твои мечи? Ты что, прибил меня? А вот так вот, на, не ожидал, а вот так вот. И вот так вот получай по ногам. Опа, переворот, встаем и ложим тебя. Отлично, отличненько. Победили, наконец-то мы победили. Так, едем дальше, продвигаемся дальше, смотрим, что у нас здесь дальше. 20-й бой, бой. Так, кто это у нас такой? Разбойник. Ну, разбойнику сейчас мы сразу надаем по щам. Разбойник у нас парень такой, не дерзкий, так что, в принципе, можно будет с ним. А ну-ка, на тебе. Иди сюда. Вот так вот еще по ногам дам. Вот так вот, сразу тебе. Вот это я супер прием, ребятки, сделал. Вы видели? Круто вообще, вот это да. Кто так умеет, ставим палец вверх и оставляем крутой комментарий. Постараюсь на все комментарии отвечать на ваши. Так. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. На тебе. На, на. Вот так вот. Это мне уже нравится. На тебе и ногой. На. Так вот еще. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ах ты ж такой, а. Отлично. Ого, ребята. Вот это мы дали ему по голове. Посмотрите, сколько жизни сразу забрало. Прибили нунчаками. Мы просто нунчаками его забили. Отлично. Так, дальше. Дальше, дальше. 21-й бой. Ребята, мы уже доходим до конца турнира. Стервятник. Ну что, стервятник, готов? Получать. По щам. Сейчас получишь. Хоп, на, на, на. Хоп, так. О, чу-чу-чу-чу-чу. Да, стервятник тоже не промах, можно и проиграть. Уровень уже у нас сложный, нормальный, так что. Комбо, он комбо, и мы комбо будем делать. Если ты такой крутой, как ты устоишь против моих комбо? Мы сейчас посмотрим. На, вот так вот тебе. На, вот так вот. На, вот так вот. Получай по щам. Ай-яй-яй-яй. Ребята, я не хочу проиграть. Иди сюда. Ой-ой-ой, да, хух, наконец-то. Ребята, второй раунд надо обязательно выиграть, потому что уже стервятник такой, драться он научился уже. Очень тяжело. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Хоба, хоба, огонь, огонь, огонь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо, тихо. Сейчас мы ему покажем, сейчас мы ему покажем. На, о, ребята, вот это его живот дал у нас. Бедняжка аж заперхался. Не ожидал, что дядя Юра так ударит, да? Ага, ага, хорошо. Ты еще и так умеешь. А вот так вот ты умеешь. Оба. Все. Ребята, мы победили. Отлично. Просто отлично. Так, едем дальше. Продолжаем дальше наш бой. Продолжаем дальше наш бой. О, ребята, это уже уровень сложный. Это было легко, нормально и сейчас сложно. Может что-то открылось? О, да, ребятки. Да-да-да, открылось. Ура, ура. Так, мы можем... А, это мы уже изучили. Мы можем получить 3 награды, по-моему, за что-то, да. Одинокий зверь, да. И... А, кобра, изучить. Все, потому что я не изучена. Изучена. Все, кобра. 47% шанса, что первый удар в бою нанесет течение 30% дополнительных. О, отлично, отличненько. Так, и у нас по оружию каких-то 6 обновлений, ребятки. Давайте посмотрим, что у нас здесь интересного есть. Опача, вот это что такое? Это
Кровавый жнец. Это цепи, а на цепях коса, ребята. Вот это круто. Давайте улучшим сразу же. Отлично. Вот это да, вот это мне нравится. А, и ножи еще открылись. Ну, ножи потом. Так. Открылся новый костюм у нас. О, в этом костюме я как царь выгляжу. Давайте его тоже улучшим. Давайте его тоже улучшим на всю. И у нас новая маска, ребята. Даже две новых маски. Давайте улучшать их. Ну что, ребята, улучшения мы закончили улучшать. Улучшения мы купили. На полностью их прокачали. А теперь давайте, собственно, перейдем в бой и покажем, как надо драться на турнире. Ребята, я уже с новыми этими фишками, приколами разными. Так что я сейчас посмотрю, на что я способен. Так, Бархат. Ого, вот это у меня косы. Посмотрите, ребята. Посмотрите, на что я вообще. Что ж ты? Мимо. Что ж ты мимо махаешь? Меня уже она ударила. На. Вот так вот. А что ты мимо-то махаешь-то? Я ни разу и косой не могу попасть. Опа. Не понял. Наверное, нужно было лучше брать мечи, потому что это коса. Не туда, не туда. О, нет, ребята, ого. Косой мы и вот так вот с коленом ее добили. Косой мы ее порубили отличненько. Просто отлично. Ах ты ж такая. Проказница. Сейчас мы тебя накажем. На. Ого, ребята, вот это ей повезло. Отрубил бы голову просто. Все, с коленом и подбородок, и она упала. Отличненько, отлично. Так, ну что ж, ребята, продолжаем дальше бой. Продолжаем дальше бой. И уже мы 23 из 24 на турнире должны выиграть. Так, разбойник, готов? Мы же тебя уже побили, а ты опять вернулся, да? Хочешь отомстить мне? Ну, я сейчас тебе покажу, как дерутся настоящие мужчины. Вот так вот. Вот так вот. Все. Все, ребята, мы его разрезали сразу же. Буквально за 3 секунды мы его разрезали. Таким образом, может, мы сможем разрезать и рысь, которая у нас рубит. Вот так вот, да. Вот так вот. Все, ребята, мы его разрубили. Он даже нас ни разу не ударил ни в одном раунде. Отличненько, отлично, просто отлично. Круто. Вот это да. Так, едем дальше, ребятки. Едем дальше, продолжаем. Так, бой. 24 из 24. Ага, энергия. Давайте энергию и погнали. Погнали, погнали, погнали. Рысь не будет ждать. Мы сегодня должны победить рысь. Обязательно. Изверг. У него такая маска крутая, мне очень нравится. Так, ну что, готов? Вот так вот, отлично, мы ему по спине рубанули. Ух ты ж. Оп. Хоба. Хоба, ух ты ж такой. Откуда такие, как ты, берутся только? Так. Да что ж такое, все мимо да мимо, не могу никак попасть на него. О, огонь, отлично, отлично. Ого, вот это мы ему. О, по спине и. Ага, ударил по моей кепке. Это моя фирменная кепка. А ну-ка, давай-ка. Вот так вот тебе, на. И вот так вот я еще могу тебе. И вот так вот и. Ах ты ж такой. А, вот так вот. Ого, ну я тебе этого не прощу, не прощу, не прощу. Никогда не прощу, ты меня слышишь? Никогда. Иди сюда, я тебе сейчас надеру задницу, быстро. Не понял, я не могу тебя ударить. Да очень неудобно с этими цепями, он пока
Промахивается 500 тысяч раз. Очень сложно. Все, до свидос. Смотри. Я только замахиваюсь цепями, он сразу нагинается. Все, до свидания. По коленке ему дали, он и упал. Так, отлично. Едем дальше. Ну что ж, ребята, турнир мы прошли с вами. Турнир мы прошли. Этот. Я так думаю. Я еще не знаю. Вроде бы прошли. Все. Турнир мы выполнили. Осталось нам победить рейс, дорогие друзья. Я не знаю, мы, наверное, сейчас ее не сможем победить. Но, может, в следующий раз, когда еще что-то появится. О, что-то есть, ребята. Что-то есть. Мы можем получить награду. А, ну это награды, в принципе, они не решают ничего. То такое дело. Я думал, дадут мне немножко каких-то преимуществ в бою с рейсью. Но, как оказалось, все совсем наоборот. Давайте, поехали. Так, рейс, я не знаю, как тебя побеждать я буду. Потому что очень сложно. Давайте, ребята, вот так вот ей. Вот так вот, вот так, отлично, отлично. Она в первом раунде даже нас не тронула, вы видели, ребята? Она даже рысь к нам не прикоснулась. Второй раунд. Второй раунд, я сейчас... Вот, рысь еще и бросаться умеет. Не думал я, что ты еще будешь бросаться. И невидимкой становится. Ага. Я быстро тебя сейчас рассекречу. Я быстро тебя рассекречу сейчас. Ого! И бомбы бросаете! Вы только посмотрите, что рысь делает, а? Вы только просмотрите. Тихонько, тихонько, тихонько. Чуть-чуть осталось ее добить в нашем раунде во втором. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты ж гаденыш. Получай. Получай. Ребята, мы во втором раунде замочили рысь. Третий раунд. Последний раунд. Ах, ты ж такой. Сразу нападать, да, решил? Решил не медлить. Ну, хорошо. Ты давай только без своих штучек, потому что я не умею становиться невидимкой. Это ж ты у нас только такой парень. Ух, ребята, что же он делает со мной, а? Что же он со мной делает? На тебе. Встал, наконец-то, на ноги. Теперь получай, получай от меня. Ребята, мы победили рысь. Без шансов на победу. А это означает, что мы уже прокачали своего бойца. Отлично. Так, украшение строптива. Ребята, мы прошли и победили рысь. Просто супер. Круто, круто, круто. У меня аж появилось настроение. Потому что у меня сегодня настроения особого такого сильного не было. Но сегодня уже у меня немножко уже появилось. Потому что я уже победил рысь. Так, и что же нам рысь говорит? Рысь нам говорит: не может быть. Весь орден во всем своем величии находится в твоих руках. А тебе нужна всего лишь печать? Будь по-твоему. Забирай свою безделушку и убирайся. Но помни, тебе это с рук не сойдет. Таинственная синяя печать, полученная от рыси в жестоком бою. Ребята, мы получили синюю печать. Круто, просто круто. Взять печать. А вот и первая печать. Ты молодец, говорит нам сенсей. Тень нам осталось найти еще 5. Не будем медлить, пора отправляться в путь. Мой ученик пропал, я волнуюсь за него. Он ушел в соседний город, в одну из новых школ боевых искусств, и с тех пор я ничего не слышал о нем. Я всегда мечтала о приключениях. Это так захватываешься. Чего же мы ждем? Скорее в путь. Ну что ж, дорогие друзья, мы открыли новую локацию. У нас здесь есть новые турниры, новые испытания. У нас все новое. Мы дошли на второй акт, тайный путь. Так что, в принципе, в следующем выпуске будем проходить здесь. Кто не подписался на мой канал, ребятушки, подписываемся на мой канал. Пальчик вверх и оставляем комментарий. До встречи, дорогие друзья.